Привет всем! Сейчас специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике» мы поговорим с вами о том, как стирать атлас. Во-первых, перед тем, как стирать атлас, обязательно посмотрите ярлычок, который, конечно же, есть на каждой одежде, на котором написано, как именно нужно стирать ту или иную вещь, потому что какие-то вещи из атласа можно стирать в машинке, а какие-то вещи можно стирать только вручную. Если на ярлычке написано, что вещи стираются только вручную, что мы тогда делаем? Мы наливаем куда-нибудь в таз, в ведро, да, теплую воду и добавляем небольшое количество средств. Средства для стирки мы выбираем гелевое. И, кстати, сейчас продается очень много средств специально для деликатных тканей. Лучше использовать именно его. Про порошок забудьте. Используем только гель. Почему гель? Потому что от порошка на вещах могут остаться желтые пятна, которые в будущем будет очень-очень сложно вывести. А особенно они очень быстро остаются вот эти желтые пятна именно на деликатных тканях. Все, замочили, положили белье в эту теплую воду со средством, с гелем, да, оставили минут на 10. После чего очень хорошо вещь нужно прополоскать. Но ни в коем случае не надо тереть, как-то мять одежду, отшоркивать. Нет, ни в коем случае, потому что вы можете очень легко испортить вашу одежду. И потом, прополоскав, мы сразу же убираем вещь сушиться. Опять же, без отжима, без скручивания, без каких-то, нет. Например, над ванной повесили, и вода стекает таким образом. И, кстати, если вы хотите, чтобы ваши вещи были мягкими, если вы стираете вручную, то можно добавить буквально несколько капелек обычного уксуса, и вы увидите, как вещи станут намного-намного мягче. Если же на ярлычке написано, что стирать можно в машинке, в этом случае выбираем деликатный режим при температуре 30-40 градусов. Если деликатного режима нет, то в любом случае должна быть хотя бы ручная стирка. Отжим убирается, сушка, если имеется в машинке, тоже убирается. Добавляем опять же гель, и можно добавить также и кондиционер, чтобы вещи были немножечко помягче. Все после стирки. Кстати, если добавили кондиционер, лучше всего, конечно же, поставить дополнительное полоскание. Все, машинка постиралась, сразу же открыли, сразу же моментально вещи достали, чтобы они там не тухли, не лежали в этой воде, да, все влажное. И также лучше всего, конечно, повесить над ванной, чтобы эта вся вода стекала. Это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!